Мы на стенде компании «Ледников». Сегодня будем смотреть новое оборудование. Юрий нам покажет, что же есть из новинок и основные позиции. Да, здравствуйте. Меня зовут Юрий, руководитель отдела продаж. На стенде компании «Ледников» представлена светодиодная лента, RGB-лента, алюминиевые профили. У нас несколько заводов по алюминиевым профилям. Это Клуз, Польша, это Летсен, Германия. Чем отличаются они? Вы знаете, в основном это ценовая категория. Качество. Вот мне как дизайнеру, что значит качество? Я же его туда куда-то прячу, да какая разница мне, там китайский или польский или какой-то. Смотрите, наш светодиодный профиль, если вы его покупаете и используете в своих проектах, он обладает отличными, во-первых, ценовыми характеристиками, во-вторых, он охлаждает светодиодный элемент. Не, а разницы между ними какие? Вот три назвали, какие разницы между ними? Клуз обладает самым широким ассортиментом алюминиевого профиля, цветов экрана. Летсен. Летсен продается только комплектом. Это алюминиевый профиль 2 метра, экран 2 метра и алюминиевые заглушки. Это самый качественный алюминиевый профиль, который есть в нашем ассортименте. То есть визуально он выглядит... Очень массивно, очень качественно и используется в дорогих проектах. Нет, он... Вообще спрятан, да? Да, я не могу сейчас сказать, где он. Тут он не представлен. Okay. Также есть китайский алюминиевый профиль. Это R-Light. Он также качественный. Он обладает широким ассортиментом, вариативностью, а также широким ассортиментом экранов. Есть прозрачный экран, есть матовый, полуматовый, молочный экран, черный экран. Алюминиевый профиль R-Light, он наиболее ценится монтажниками за соотношение цена и качество. То есть, по сути, вы получаете качество Польши, Германии, но цена намного дешевле. То есть, выбирать надо, если что, вот этот? В том числе. Давайте, какие хиты вот у вас тут есть? У вас тут много всего. То есть, что-то, давайте тогда... представлены новинки какие-то, давайте либо что-то по... прям интересное? По новинкам. Ага. Тут представлены наши магнитные системы. Магнитная система MAG45. Напряжение данной системы 24 вольта. Ширина самого трека составляет 45 миллиметров. В треке есть черно-белого цвета, встраиваемые накладные подвесные. В любую сторону направлять. Да, совершенно верно. Что это такая штука? 12 тысяч. Это трек? Светильник 10 641 рубль. Угу. Ну, выглядит так, качественно сделан. Хорошо. Да, самое главное, хорошо освещается. И этот светильник обладает очень высокого качества светодиодами, высоким индексом CRI. Присутствуют три основных температуры света: теплый, холодный и нейтральный. А мощность какая? У разных светильников разные здесь мощности. Здесь могут быть разные мощности. Да, совершенно верно. Это магнитная система MAG25. Опять же, ширина трека 25 мм. Широкий ассортимент светильников. Подвесные, лазерные, споты. Магнитная система MAG-Orient. MAG-Orient обладает возможностью димирования по протоколу DALI. Светильник Flex, что в переводе с английского языка означает гибкий. Несколько длин присутствует, резать его нельзя. Длины стандартные, но из этих длин можно сделать любой практически дизайнерский эффект. Мы взяли на выставку очень интересные алюминиевые профиля. Этот алюминиевый профиль используется для подсветки потолка и стен. Обратите внимание, он двусоставной, из двух частей. Тут находится площадка для светодиодной ленты, и тут находится площадка для светодиодной ленты. Тут экран. Да, это интересная такая конструкция. Да, вот такого профиля мало кто видел. Это алюминиевый... одновременный потолок и стену освещается. Да, совершенно верно. Вот таким вот образом он устанавливается. Ну, круто. Это алюминиевый профиль для натяжных потолков. Сюда заправляется ткань, пленка, и вы получаете линию света. Это наш гибкий алюминиевый профиль. При его использовании его можно руками гнуть и придать ему руками также любую форму. А зачем огненосцы-то что дают? А вы знаете, иногда дизайнеры нам присылают такие проекты, что обычным профилем, не гнущимся, невозможно их реализовать. Поэтому в данном случае мы придумали такой гнущийся алюминиевый профиль. Светильник Табу. Он используется как торшер. Крепится к потолку и к полу. На полу также можно зафиксировать, но тут установлен грузик. Станислав, поднимите, пожалуйста, этот светильник рукой. Тяжелый. Да. Этот килограмм полтора, да? Как минимум.
Это светильники из серии Elementor. Наши интерьерные светильники сделаны из, так сказать, цельного куска латуни. Система Stingray. Отраженный свет. Струна из стали. С обратной стороны находится светодиодная лента. Имеется в виду, что это потолок, тут две стены, и вы можете использовать данный светильник для инсталляции в тех или иных помещениях и наблюдать отраженный свет, как эффект. Практически рисовать любые фигуры. Это наш профиль для создания радиусных фигур светящихся. Он сделан таким образом, что можно из тех или иных частей создать любой диаметр круга. И я бы хотел вам представить самую качественную светодиодную ленту, которую вы только видели или где бы вы увидели, для использования в саунах и хамамах. Это термолента. У других производителей совершенно иные критерии качества. Эта лента служит долго и позволит вам наслаждаться вашей сауной долгие годы. Она просто прорезиненная, наверное. Она такая. Не только прорезиненная, она создана из определенного силиконового композита. Внутри воздушное пространство, которое не позволяет проникать теплу внутрь и перегревать светодиод. И таким образом эта лента служит очень долго. Сколько стоит она? Данная лента стоит порядка 1500 рублей за один погонный метр. А питается она от трансформатора? Да, питается от трансформатора, питание 24 вольта, есть РГБ-лента, а также три основных температуры. Теплый, холодный и нейтральный. Очень интересно, спасибо за такую подробную и интересную инструкцию. Спасибо, что показали новинки. Дизайнеры, пользуйтесь и помните, что у Ледников есть отличное специальное предложение для дизайнеров. Пишите. Спасибо вам, Станислав.